Вы прослушали симфоническую увертюру композиторов Гордея Колобашкина и Анания Гудкова. Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику. Повторим комплекс упражнений, пройденный нами вчера. Приготовьтесь к первому упражнению. Поставьте пятки вместе, носки врозь. Плечи слегка назад, голову повыше. Выпрямитесь, расставьте ноги на ширину плеч, разведите руки в стороны, вдохните. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Веселее, товарищи. Все, веселее. Доброе утро! Доброе утро! До свидания! До свидания! Доброе утро! До свидания! Ты как дела, Кузьма? Здорово, Иван Иванович! 35, 36. Сколько сегодня? 7, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49. Потрогай колотушку. 50, 51, 52, 53. Попробовать хочешь? Да что ты, ни в коем случае. На, попробуй. А не помру? Да не помрешь. Помру. Да не боись, на. Ну, бери. Ну? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, тринадцать, ой, 15. Совсем с ума сошел? Пардон.
If you want to be an education man, you must study. And once more study English. And then you must look under your feet. Because if anybody can't look under his feet, he's real stupid. Что случилось? Простите, что там такое? Почтеннейшую публику. Добрый вечер, о, маэстро. Идите сюда. Только ненадолго, а то я опаздываю. Ну, конечно. Прошу вас, помогите. Иду. Вы ведь музыкант? В некотором смысле. А в каком это смысле, а? Ну, я настройщик. Вы настройщик? Не смешите меня. Настройщик. В жизни не видал таких настройщиков. Конечно. Прошу вас, прошу. У нас тут как раз расстроено, а вы настроите. Я действительно настройщик. Настройщик. Творите? Попробуем. Настраивайте. А мы посмотрим, какой вы настройщик. Инструмент, по-моему, в порядке. Вот как? Давайте. А это что такое? Я вас спрашиваю, что это такое? Это ваша собака? Заберите ее. Зачем вы ее сюда положили? Что вы смеетесь? Как вам не стыдно? Заберите вашу собаку. Это не моя собака. Как это не ваша собака? Это ваша собака. Уверяю вас. А вы меня не уверяете. Это ваша собака. Хорошая собака. А? Давайте я возьму. Нет. Это наша собака. Возьмите. Но я же ничего не сделал. Я обижусь. Ни в коем случае. Я очень обижусь. Ну что ж, хорошо. Большое спасибо. Вот это уж, наверное, ваша собака. Вчера приблудилась униформисту, чуть голову не отъела. Не волнуйтесь, сейчас я ее выпущу. Снимите меня. Снято. Тачу ножи, ножницы, тачу ножи, ножницы. Похудеть надо. Поднатужься. Доброе утро, дяденька. Доброе утро, девочка. Ой, да я. Ну да я. Калоша не забудь.
Всего хорошего. С добрым утром. Здравствуйте, Иван Иванович. Опять опаздываете? Как всегда. Здравствуйте, Зиночка. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Строта субтропики. В учреждении все-таки. Действительно. Я у себя. Опаздывать каждый может. Ты мне что там? Иван Иванович, вот, пожалуйста, это вам. Большое спасибо. Ага. До свидания. Алло. Эй! Иди сюда, иди сюда, кому говорят! Иди! Вы? Меня? Ну чего же ты стоишь? Иди сюда! Извините, я не могу, у меня вызовы. Я на работе, ну понимаете, не могу. Не могу же я через дорогу кричать, иди сюда, иди! Пожалуйста, но только у меня вызовы. Иди, чего скажу? Я же на работе, понимаете? Новость потрясающая! Иду, иду. Но поймите, что я же... Иди! Одну минуточку, простите, пожалуйста. Я же на работе, у меня вызовы. Иди быстрее, а то пожалеешь! Я иду. Иди, я тебе говорю! Ой. Ты что, ошалел, что ли? Иди, иди! Не могу! Слушаю. Чего? Некогда! А, ну ладно, тогда звони и не забывай. А? Шеф свободен? Поехали. Покупайте счастливые билеты, Иван Иванович. Покупайте, на счастье, пожалуйста. Не проходите мимо своего счастья. Купите, обязательно повезет. Ну что же, вы подходите. Ну я кручу, на счастье. Эх, Иван Иванович. Прошу прощения, это улица Пестеля, дом 10, квартира 7? Вы настройщик. Я настройщик. Очень рад, голубчик, а я вас совсем заждался. У меня западает до, ре, ми, фа, соль, ля и си тоже. Извините, рюмочку не желаете, а? Рюмочку. Нет, нет.
Спасибо. Я не пью. Это я, знаете, все для внучки. Mm-hmm. Она приезжает на каникулы. Mm-hmm. Пусть, думаю, помнит деда. А сколько лет внучке? Что-что? Я говорю, сколько лет внучке? Что-что вы сказали? Я говорю, сколько лет внучке? Сейчас. Говорите сюда, я ничего не слышу. Что вы сказали? Говорите громче. Я говорю, сколько лет внучке? 53 года. Ах, 53. Она у меня заслуженная учительница. Очевидно, по музыке. Да, по математике. Здравствуйте. Прошу. Прошу прощения. Улица Красина, дом 18, квартира 3777. Настройщика вызывали? Я настройщик. А почему вы так кричите? Ой. Извините, прошу прощения. Я говорю, настройщика вызывали? Да. Так я настройщик. Проходите, так, пожалуйста, проходите. Thank you.
громче! Дорогой, не надо меня настраивать, я сам все понимаю. Подумайте, разве может интеллигентный человек не знать французского языка? Я с детства знаю два языка. Правда, я не говорю, но я читаю со словарем, разве это можно? А я всегда утверждал, Ольга, не позорни меня. Очень плохо. А ты что стоишь? Уйди отсюда! Уйди отсюда! Ты меня знаешь? Я говорю, ты меня в доме! Понял. Вы его не слушаете, это же мой муж. Спортсмен. Я вам сейчас все объясню. Я в душе спортсмен. Давно уже. Ника гениальный ребенок. Она пойдет в консерваторию, я уже договорилась. Хочу спрашивать, может он на пару дней приехать с детьми? Мы доведем ее. Можешь, можешь. Мы доведем ее до позиции вундеркинда. А вы что будете? Скажите, ну что она говорит? Что она говорит? Я настройщик. Ва, а мы вас ждем. Проходите, проходите, вон инструмент. Благодарю. Садитесь, работайте. Мы вам мешать не будем. Здравствуйте. Здрасте. Вы не скажете, что это они? Папа хочет, чтобы я училась плавать. Бабушка, чтобы училась музыке. Мама, чтобы я училась французскому языку. А ты сама что хочешь? А я еще не знаю. Шахматы – это хобби. Будьте любезны, потише, пожалуйста. Не могу слова сказать, так шумят. Говори громче. Вот и все. Пешку на Б7 брать нельзя, она отравленная. Это я знаю. Вот что. Лучше занять большую диагональ. Вот так. В таких позициях Штейнис всегда менялся. А вот теперь пешечку на Б7 можно съесть запросто слоном. Послушай, ты мне мешаешь работать. А вы мне мешаете плакать. Что, проиграла? Проиграла. Угу. Там сидела, там проиграла. Здесь проиграла. А здесь выиграла? Да. Ну, садись сюда. Как же я могу пересесть, когда я здесь сижу? Да. Вот иди сюда. Иди сюда. Будем играть. Потому что, если инструмент хорошо настроен, это такая игра, где никто не проигрывает. Иди сюда. Попробуем. Садись. Садись удобнее. Вот так. Вот давай. На эту? На черненькую? Ага. Давай вместе. Садись удобно.
конечно, извините меня великодушно. Но, может быть, Ника сама решит, кем она будет? Как? А так, она вырастет и сама решит, кем она будет. Понял. Ага. Слушайте. О. Какой вы умный мужчина. Ну что, спасибо. Более черный не бывает. До свидания. Конечно. Плохо слышно, Хачик. Хачик, я тебе перезвоню. Конечно. Она сама решит, что будет музыкантом. Мама, только через Матру. Подожди, когда я поступала в консерваторию. Я все знаю. Я только что из Ангизура. Хачик, молчите все! Ребенок будет художником! Эй, мужик, ты на какой этаж? Я на 16-й. Как раз возьми до 14-го. Осторожно. Голова. Извините. Без рук люди, а? Простите, это улица Гоголя, 24, квартира 21? Да. Слушаю вас. Вы? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я... Проходите, проходите, маэстро. А я не... Проходите, проходите. Спасибо. Вот, пожалуйста. Так вы настройщик? Да, я настройщик. Но, к сожалению... Простите, это улица Гоголя, 24, квартира 21? Да. Вы настройщика вызывали? Да. Я настройщик. Где можно раздеться? Раздевайтесь, пожалуйста. Ага, спасибо. Проходите, я сейчас все объясню. Раздевайтесь, раздевайтесь. Хорошо. Извините. Ничего. Тут гвоздик. Ничего. Гвоздик. Извините. Ничего, ничего. Сейчас. Вот. Ой! Держите! Я, знаете... Ой! Вы упали. Я? Да, знаете. Вы ушиблись? Нет, ничего. Алло? Это настройщик. Лену, это вас? Пожалуйста. Да? Алло. Да, это я, Славик. Нет, я сегодня занята. Пожалуйста, в другой раз. В другой раз. До свидания. Все. Пожалуйста, проходи. Прошу. Простите, а где же инструмент? Дело в том, что я переехала на новую квартиру. Инструмент должны были привезти вчера. А привезут сегодня с минуты на минуту. Но если вы не можете подождать, мы сможем договориться с вами на другой день. Ну что вы, что вы, я подожду, можно я присяду? Конечно. Я так рад, что... Она разбилась. Разве? Ничего. Ничего, это не страшно. Извините, я открою.
Кошмар. Здравствуйте. Это кто? Настройщик. А где же инструмент? Привезут сейчас. Сейчас привезут. Это Славик. Иван Иванович. Вячеслав. Я понял. Ну что, Славик? Вот. Спасибо. Присаживайся. Да. Вот. Может быть, вы голодны? Нет, спасибо. А, может быть, вам что-нибудь надо? Нет. Нам ничего не надо. Может быть, вам что-нибудь принести? Попить. Сейчас. Дед. Анна. А куда она денется? Тут главное терпение. А терпеть я умею. Наш тренер говорит, что я в сборной самый терпеливый. Заслуженного мастера не дают уже 3 года. Ничего, терплю. Вот так, дед, понял, а? Вот так. Славик, может быть, ты в другой раз придешь? А чего? Я не помешаю, верно, дед, а? Не помешает. Он не помешает. Наверное, рояль привезли. Терплю. Вот так-то, дед. Эй, ребята, осторожней. Так, поднимай. Так. Стоп. Ну-ка, ну-ка. Даже забыл. Так, давай, ребят, давай, так. Взяли. Давай, разворачивай, так, давай, еще. Ты давай, иди сюда, еще. Так. Давай, давай, на меня, беру на себя, давай. Ребят, спокойно, хорошо, ребят, так, давай.
Это пусть да? бы папаша помог. А бабочку надел и сидит, как жених. Карлин на 16 этаж. Да не трогай, его еще развалится. Видите, хлипкий какой. Ну что? Так, давай, беру. Давай. Еще? Беру. Стоп! Нет, уйди. Задавлю. Беру. Давай. Скачки, я помогу. Раз, два. Взяли! О! Ну ты даешь, дед. Да, Леночка, я зайду в другой раз. У меня срочные дела. Тренер говорит, все что угодно, но за ноги голову оторву. Ребята, поднимите рояль, а? Ребята, снимите. Но нет же сил терпеть. Ох. Простите, пожалуйста. До свидания, Леночка. Я прав не но хотел. Ну ты, дед, даешь. А с виду такой хлипкий. Славик, ты забыл? Хозяюшка, знали бы, что ваш папаш такой здоровый, стали бы сами на 16-й этаж. Прекрасный, настоящий японский календарь. Да подожди ты, календарь. Ты вообще молодец, я не ожидала. Ну, теперь бы замуж. Замуж надо выходить за Славика. Да, я давно говорю. За кого? За Славика. Мне абсолютно не нравится. А мне он нравится. А мне не нравится. Ну и что? Тебе не нравится, а Лене нравится. Ле, скажи ты ей. Ле, ну что? Лена не знает. Я знаю, кто ей нравится. Лена. И вообще хватит. Ну, Минка, сколько можно? Вот Гура мы уже упустили. А какой парень? Кого? Один рост, 2 метра. Да он же по-русски почти ничего не понимал, твой ну Гурам. Ну и что, чего ее понимать, когда она молчит все время, как Лена, рыба? Лена, послушай, мне не нравится твой Гурам. Мне не нравится... Инка, она тебя старой девой останется. Ты же уже очки стала носить. Ты очки сама да, носишь. Потому что сама сама. Чего ж ты не если бы не я, то бы замуж не вышла там. Да уже... А Славка приехала только что из-за границы. Как же я упустила? Да ну что ты со своим Толиком, он жмот. Да ну, ну что ты выдумываешь? Да, ну, да, он прекрасно одевается, а ест одну треску. Это у тебя треску. Я кормил. А мне кольцо подарил. Какой он хороший. Да что ты выдумываешь? Какой кольцо? Да не выдумывай. Ну какой кольцо? Покажи. Закончи. Ты его не носишь. С хорошим камнем. Да. Да. Камнем. Ничего, ничего. Извините. Уходите. Да. Я ухожу. Извините. А? До свидания. До свидания. Извините. Ой. Извините, великодушно. Спортсмен? Конечно, спортсмен. Но пусть мне оторвут руку или даже ногу, я не покажу при ней вида. Хотя я и не спортсмен. Ну, не спортсмен!
Шопен. Я. Тоже неплохо. Доброе утро, товарищи. Начинаем утреннюю гимнастику. Повторим комплекс упражнений, пройденный нами позавчера. Приготовьтесь к первому упражнению. Поставьте пятки вместе, носки врозь, плечи слегка назад, голову повыше, выпрямитесь, расставьте ноги на ширину плеч, разведите руки в стороны, вдохните. Попробовать хочешь? 10,50! Эй, дядь, лезь сюда! Нет, нет, спасибо. Не хочется. Подходите, товарищи, пожалуйста, покупайте билетики, покупайте. Ну, пожалуйста, товарищи, покупайте. Доброе утро. Не горюй. Уладится. Спасибо. Сейчас. Здравствуйте, Петр Николаевич. Ага. Хорошо. Учреждение все-таки. Я у себя. Повторный вызов, Иван Иванович. Не может быть. Улица Гоголя, 24, квартира 21. Улица Гоголя? На 421? Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Улица Гоголя 24-21. Очень большое спасибо. Сюрприз. Алло. Улица Гоголя. 24-21.
Пошел, мастер. Давным-давно. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз, как всегда. Ну что делать? Что делать? Ага. Закрыто, а? Наверное, обед. Скажите, у вас обед? Манекен. Большое спасибо. Вот и все. Спасибо. Ой. Ой. Та самая. Пожалуйста, вазу! Спасибо большое. Будьте любезны, вазу. Та самая. Ой! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Давно и страстно еще. Мужчина, уверяю вас, это останется между нами. Мужчина! Да погодите же, я все объясню. Мужчина! Умоляю вас. Погодите. Ну что вы? Только один вопрос. Не надо. Только один. Прошу вас. Не стоит. Но я прошу. Куда же вы? Где вы брали эти туфли? А? Понятно. Там за углом. Спасибо. Пожалуйста. Товарищ, я, конечно, очень извиняюсь. Я не здешний. А вы, видишь, человек научный, образованный, очевидно, по своей научно-образованной рассеянности-то. Савельев, Никодим. Василий, Коромб, товарищ, товарищ. Вот он. Товарищ! Постойте, дорогой товарищ, да вы не бойтесь, я, конечно, ночую на вокзале, может, не брить, но это потому, что в гостинице местов нет. Я 3 дня не спал, очень устал, а тут вдруг вижу, вы человек научный, образованный, умственный. В нашем городишке таких нет. Вот, думаю, отведу душу, поговорю с ученым человеком. Куда же неудобно, понимаете? Город большой, я никого не знаю. А тут ваш коробочка. Вот это мой случай. Вот я поговорю с ученым человеком. Куда же вы, товарищ? Погодите. Эх, товарищ. Товарищ, я, конечно, очень извиняюсь. Я не здешний, а вы, я вижу, видите, человек научный, образованный, умственный. Но вы же по вашей научно-образованной, умственной рассеянности. Товарищ, дорогой, посеяли вашу коробочку. Может, вас удивляет, почему я за нее так бегаю. Товарищ, у нас городишко маленький, но забытую вещь можно всегда. Постойте! Товарищ! Сейчас только обувь сниму, а то ноги запрели. Huh?
Поднимайтесь, товарищ! Сломите! Намного легче бежать стало. А вы тоже обувку сняли, хотя вы и так хорошо бегаете. Что говорите, я не понимаю? Машину обогнали. Одну минуту! А где же? Товарищи! А где же? А где же инструмент? Товарищи! Стой! Спасибо за сервис, водитель. Гоните вон за тем мужиком. Только жми на желез, потом шибко быстро бегай. Товарищ, возьмите в конце концов по всей или маме коробочку. Стой! Товарищ! Ну что ж вы, товарищ музыкант, а? Чуть не увезли. Инструктор автоклуба Макин. Ты что? Спасибо. Спасибо. Ты что? Спасибо. Чего? Большое спасибо. Бывает. Большое спасибо. Очень большое спасибо. Очень приятно, очень приятно. Большое спасибо. Никодим, я, конечно, очень извиняюсь. Конечно, разбилось, склеить. Я не здешний. Вы, очевидно, научной, образованной рассеянности. Вы простуетесь. Ничего, я привыкший. Посеяли вот вашу... А? А сколько времени? Половина. Коробочку! Здравствуйте. Сюда. Сюда. Мне не сюда. Сюда. Число, мне не сюда. Давай. Таме ики но деру ё на Аната но кучи дзуке ни Амай кои о юбе миру отоме Говорила, не надо. Я узнал вас. Вам очень идет. Очень. Здравствуйте. Сообразили, наконец. Вот рояль. А что с ним? Он очень расстроен. Не может быть. И тем не менее. Посмотрите его. Расстроен? Давайте посмотрим. Еще один в двери ошибся. Красавец. Слушай, если б не твое кимоно, ничего б не вышло.
Дал бог соседку. Переехать не успела, а уж... Я? А? Что? Нет. То есть да. Я. Что? Хотел вам что-то сказать. Мальчик. Что? Ты хочешь мороженое? Хочу. На. Я хотел вам сказать... Thank you.
под асфальтом тепло и тепло, в тишине под асфальтом лежало зерно. Там в земле, там в земле, как в уютном дому. Да чего ж хорошо одному. И звучали шаги над его головой, и стучали дожди над его головой. Но дремало зерно, и не знало оно, что за мир над его тянется тропинка.